Доброго ранку, друзі! Як завжди, ми продовжуємо тренуватися на вулиці, заряджатися здоровим та позитивним настроєм. Сьогодні нас чекає гаряче та дієве тренування. В цьому нам допоможе персональний тренер, дієтолог, майстер спорту України з бодібілдингу Олександр Мунтян. Доброго ранку вам! Доброго утра, доброго утра! Так, ну і яке у нас сьогодні буде тренування? Сьогодні ми будемо прокачувати мишці кора і преса. Покажем три основных упражнения. Вот нам мой счет, как я считаю, что это лучшее упражнение для этого. Всегда перед тренировкой нужно размяться, хоть немного. То есть наша стандартная разминочка, да, начинаем с шеи. По 10 раз в каждую сторону. Делаем плавненько. Если мы делаем это с утра, мы не спешим, мы просыпаемся. Затем переходим на плечи. Полная амплитуда, плавно разминаемся. В одну сторону, во вторую сторону. Потом переходим на поясничку. Полное вращение тазом. Не спешим. Прокидаемся. Да, потихонечку. Обязательно выпиваем стакан теплой воды. У кого нет аллергии на витамин С, с лимончиком. Это очень важно. Так, вот мы немного размялись. И начинаем наше упражнение. Первое упражнение у нас будет планка. Так. Это тяжелое упражнение, оно не всем подходит, но надо начинать с чего-то, с минимума. Становимся на предплечье. Да. Вот, становимся на предплечье. Спина ровная, мышцы пресса подтянуты. И стоим. Для новичков я рекомендую начинать где-то с 25-30 секунд. А тем, кто уже есть какой-то опыт, кто уже такой продвинутый немного, да, тренировался с нами в предыдущих выпусках, можно уже от минуты стартовать. Самое главное – не задерживать дыхание, держать мышцы живота в напряжении, спинку ровно. Вот, стоим, дышим. Можно перед собой ставить таймер и засекать. Так выполняется это упражнение где-то 3 подхода от 25 секунд до минуты. Вот это у нас первое основное упражнение, самое тяжелое. Досить важке. Все, є, отлично. Так. Вот. А окрім пресу, чому ще допомагає ця вправа? Вона укріпляє не тільки прес, вона укріпляє повністю мишці спини, мишці кора. Все, тут даже напрягаются, вот, если вы почувствовали, руки, плечи, там, ноги даже в напряжении идут. Тобто це не тільки на прес, это комплексное, вправа, да, да, да. На все тіло. Да. Следующее упражнение. Ложимся. Нову. Да. Так. Коленки согнуты, руки за головой. Вот. И сейчас мы будем делать не обычное скручивание, а противоположный локоть и колено будут встречаться вверху. Вот так, да? Да, с выдохом. Ага. И меняем сторону сразу же. Выдох. Да, вдох, выдох. Выдох. Хорошо. Постоянно дышим. На усилие мы делаем выдох. Да. Максимально скручиваемся. Максимально мы должны скрутиться и подняться. Хорошо. Для начала выполняем также 3 подхода этого упражнения по 15 раз на каждую сторону. Кому очень тяжело, по 5, по 6, по 10, по 15 и вот так далее, пока мы не дойдем до определенного количества. То есть все зависит от вас. Ух, есть, да? Да. Должно быть хорошее, жжение такое у нас. Так, треба трошки відпочити, яке наступне. Отдыхаем. Пока мы отдыхаем. Дальше мы сделаем заключающее упражнение в этом комплексе. Можно не вставать. Так. Да, называются ножницы. То есть мы поднимаем ноги вверх, да, и делаем такие попеременные. Да. Ого. Да, можно чуть согнуть колени. Треба, щоб не поїхати далі. После этого упражнения оно будет очень жечь. Вот, это велосипед. Сначала ножницы, да. Так, сначала добре. Мы делаем ножницы. Вот. Кому не тяжело, выполняем данное упражнение. Это очень такое серьезное, да? Чувствуется здесь напряжение, можно немножко отдохнуть. Так. Да. Вот. А тем, кому тяжело делать эти ножницы, лучше выполнять велосипед. Так, сейчас я мы покажем. Да. Да. Велосипед – это такое немного альтернативное, немного слабее упражнение, чем ножницы. Вот, дышим Але и крутим. Одно. А якщо нижче відпустити, то ще більше буде. Да, і чим ніже ви опустите ноги, тим сильніше буде нагрузка на преси. Вот. Ми крутимо на максимум. Тут уже не нужно считать повторения. Тут просто выполняем 3 подхода до отказа. Есть. Оп.
Вот такой вот комплекс для пресса. Слушайте, а дійсно дієво, я відчула все на Это мы сделали по одному подходику. Тобто правильне харчування, такі вправи, і буде да, гарний результат, буде гарне тіло. Да. Тож повторити за нами і будьте завжди на висоті, будьте завжди здорові. Нагадую, сьогодні нам допомагав персональний тренер-дієтолог, майстер спорту України з бодібілдингу Олександр Мунтян.